Всем привет, ребят, с вами Дагер и магазин АПГУС, и это наш пилотный выпуск. Что из себя представляет канал магазина АПГУС? Мы будем обзорить все то, что находится на полках нашего магазина, чтобы максимально понимали, что вы приобретаете у нас. Мы будем рассказывать о товаре самым простым языком. Что будет включать в себя каждый из выпусков? Разбор периферии от топовых производителей. Проведем тесты и различные нагрузки наших готовых сборок, которые имеются у нас в продаже. Анбоксинги. Столов, кресел и многого другого. И напоследок, самое вкусное и интересное. Это розыгрыши призов. Их будет очень много. Итак, начнем. Logitech в Узбекистане. Официально, с двухлетней гарантией и с поддержкой русского языка. Всю продукцию Logitech можно спокойно приобрести во многих компьютерных магазинах по всему Узбекистану. Покупайте продукцию Logitech вот с таким желтым стикером. Что это за стикер? Сейчас я вам объясню. Открываем ваш любимый браузер, вбиваем туда линк customerservice.uz. После прогруженной страницы жмем по кнопке «Регистрация» и вбиваем туда номер своего сотового телефона. После жмем по кнопке «Войти» и вводим свои регистрационные данные. После входа на сайт вас поздравляют, что теперь вы можете участвовать в различных акциях компании Avitech Distribution. После все просто. Вы жмете по кнопке «Активировать товар», вводите секретный код и место покупки вашего товара. На этом активация закончена, и вы становитесь участником розыгрыша. Вам нужна офисная или игровая мышка? Вам нужна офисная или игровая клавиатура? Или же вам нужна офисная или игровая гарнитура? И множество другой продукции от компании Logitech. И всю эту продукцию мы разыграем в наших обзорах при выполнении самых простых условий, таких как подписаться на наши соцсети, отметить друзей и оставить комментарий. И на этом мы заканчиваем наш пилотный выпуск и прощаемся с вами ненадолго. Спасибо всем за просмотр данного выпуска. С вами был Дагер и магазин АПГУС. Всем пока-пока! Таких как подписаться на наши соцсети, оставить комментарий и что-то еще третье. Юху!